Видео подготовлено сайтом onlinevdz.net. Задание 233. Нам нужно доказать, что биссектриса внешнего угла при вершине равнобедренного треугольника, противолежащей основанию, параллельно основанию. Тогда давайте разберемся. Запишем, что нам дано. Итак, нам дан равнобедренный треугольник. Тогда пусть треугольник ABC равнобедренный, и пусть в нем AB и BC – это равные боковые стороны. Дальше. Начертим внешний угол при вершине, противолежащей основанию. Если AB и BC – это боковые стороны, то AC – основание. Напротив основания лежит угол B. Тогда построим угол внешний для угла B, треугольник ABC. Для этого нам нужно продлить одну из сторон угла B. Продлим сторону AB и получим угол DBC. Угол DBC – это внешний угол. Дальше по условию сказано, что проведена биссектриса этого внешнего угла. Проведем биссектрису, обозначим ее BK и запишем, что луч БК – это биссектриса. И нам нужно доказать, что БК параллельно основанию АС. Ну, мы начнем с того, что рассмотрим внешний угол ДБС. Мы знаем, что внешний угол равен сумме углов треугольника, несмежных с ним, то есть углов А и угла С. Но углы А и С – это углы, лежащие при основании равнобедренного треугольника. И эти углы равны. Угол А равен углу С. Тогда можно записать, что угол Д, Б, С равен двум углам А. Биссектриса БК делит угол Д, Б, С на два равных угла. Тогда угол ДБК – это одна из половин этих равных, ну, это один из двух этих равных углов. Вот эти углы равны. Этот угол ДБК равен половине от угла ДБС. А значит, он равен углу А. Ну, угол ДБС – это два угла А, а угол ДБК – это угол А. А тогда рассмотрим тогда две прямые БК и АС. Эти две прямые пересекает секущая АБ. При этом образуются соответственные углы ДБК и угол БАС, ну, или угол А. Угол BAC – это угол А, угол DBK – это тоже угол А. Значит, эти соответственные углы равны. А раз равны соответственные углы, то значит прямые BK и AC параллельны. Что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.